Всем привет, всем привет. На канале приветствую вас, на канале Большой Груз 53 Рус. Спасибо, смотрю, что появились у меня новые подписчики. Спасибо всем огромное, кто подписался, смотрит канал наш игровой. Коронавирус. Коронавирус, блин. Сейчас находимся все на карантине. Таки сидим дома. Рулить нам не дают в реальности. Вот рулим. Сидим за компьютером. Развиваем транспортные компании. Как я и говорил, что сам из Великого Новгорода. Ребята там. Привет Самаре, Санкт-Петербургу, другим городам, Псковской области. Вот, кто подписался на мой канал, также ссылочки скину там паренька из Самары. Также с ним познакомились в этой игре. Вот, он тоже там видосы кидает. У него канал Большой Груз 63 Рус. Вот. Перед этим хочу маленько сказать, что загружал видео с последней остановки за Москвой. Вот. Как бы проснулся утром, поехал с Москвы, я доехал почти до Краснодара. Когда стал загружать видео, оказалось, что у меня загрузка произошла в формате в таком, что как будто слайд-шоу. Как бы звук есть там, а видео такими как фотографиями. Что-то глюкануло, вот разбирались с программой, которая записывает. Ну, вроде сын там разобрался, поднастроил все. Вот, рядом смотрю. Остановился тоже вот фирма Шкода. Да, тоже так прикольно. Вот. На стояночке мы тут тормознулись. Вот. Сейчас по карте мы посмотрим. Смотрите, сколько потеряли мы. Реально, вот. Это мы вот сейчас вот здесь находимся. Перед Краснодаром. Перед Краснодаром, да? Так, сейчас мы увеличим. Кореновск какой-то или Кореновск. Тут Кореновск, наверное. Кореновск. Вот. Это мы с вами. А, ехал я, вот запись делал. Я вот Ростов тут прошел. Воронеж. Ой, тут многое тут. Сейчас мы посмотрим, посмотрим. Воронеж. Воронеж, вот Москва, да? Вот, останавливался здесь. И вот этот путь, вот. Вот, 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 вот. Я все снимал, 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 оказалось все впустую. Ну вот, ну, худо без добра не бывает, как говорят. И пока ехал, там был момент такой, Нива. У нас хотя была главная дорога. На кольце нас пропускали. А он передо мной взял и резко по тормозам. Пришлось взад въехать. Ну что ж, это, я говорю, или авария, или подстава. Вот не знаю, что там на самом деле произошло. Реальная такая, как бы, авария или не авария. Ну все, садимся. Под ваши аплодисменты я покажу маршрут. Заводимся. Вот, ребята, еще такой моментик. Я смотрю некоторые видосы. Ребята ездят так вот, с зеркалом, с таким. Вот. Я думаю, ничего такого страшного. Но зато при перестроении, как бы, бывают такие моменты, что надо резко так перестроиться там или что-то. Или на кольце там. Бывают моменты такие там. Не видно. Это приходится там мышкой. Я сейчас вот руль настраиваю, как бы все.
Так, что, попили кофейку? Так, время у нас 18:21 минута. Прибытием на место выгрузки в 20:44. Ехать нам с вами 2 часа 23 минуты и 161 километр остался до выгрузки. Все, погнали. Всем ребятам привет. И так. Пламенный привет Игорю Крылову из Холма. Следующий рейс к тебе, Холм, собрался ехать. Так что жди. Давай, готовь поляну. Ну все, всем привет. Выезжаем потихонечку со стояночки. Рынушку бы. Плавненько прошли мы. Все, ребята, в путь. Держитесь левее. Я думаю, 2 часика у нас быстро пролетит. Ремонтик идет дороги, да? Вот откуда-то раз, так резко, так, оп. Держитесь левее. Откуда он взялся, так оп, и исчез, смотрите. Нормально так. Как этот, корабль-призрак такой. Надо вот почистить еще модики, лишние убрать, потому что лагает. Будем смотреть. Будем смотреть. ДТП-то, да? О. Так. Сгорел прицеп. Ладно, хоть все живы. Здоровый тягач отцеплен. Тут вот виновник, наверное. Не знаю, что там произошло. Но всяко бывает на трассе. Даже в игровом мире. Да. Передаю. Держитесь левее. Передаю привет ребятам с нашей автобазы. Кто меня узнал. Держитесь левее. Также одноклассникам. Друзьям с других городов.
Тут-то что у нас? Нормальное такое тут. Что там? Ух ты, там. Ладно, давай по-твоему поедем. Вот тут. Дядька стоит. Продавец полосатых палочек. Так, там дорогу, видать, делают. Завозят, да? Вот оно. Ладно, давай по-твоему поедем. Да понятно, понятно. Едем мы. Уходим мы на свою полосу. Будем ехать спокойно. Нам это позволяет. Время нам позволяет. На выгрузку мы не торопимся, потому что выгружаться будем, наверное, завтра. Если сегодня уйдут, чем ближе к югу, тем больше ремонт дорог. К сезону, наверное, готовится. Давайте в таком формате посмотрим, что происходит. Прямо. Так вот, еле-еле тут тащится. Ну что ты будешь-то делать-то? Ну что вот, один и второй. Легковой нам даст проехать, наверное. Вот чего тоже телится, как телок. Полоса свободна, ли это правая, а вышел на левую, тянется как-то. Ребята, кто первый раз ролики смотрит, как я сказал, например, едем дом 2 часа. Это не то, что 2 часа мы едем, это чисто игровое время. 2 часа в игре, а не реального 2 часа. Так что... Не, игра такая захватывает, особенно играю давно уже, такую компанию развил свою. На меня уже много работают водителей по Европе, у меня гаражей много в России. Держитесь правее. Вот, бывает, кашляю при записи, кашляю. Тут мне товарищ написал сообщение. Или поменьше кашляй. Как вот и попил томатного сока холодного. Блин, горло теперь. Ну что ж делать. Красоты наши, красоты российские. Почти мы приехали уже на юга. Сейчас пойдут он всякие перевалы. Подъемы, спуски. Угу. Мы тащим 9 тонн всего. Пластиковую тару. А 9 тонн это... Фу. Держитесь правее. Угу.
Не, с навигатором такой хорошо. Тем более, можно вообще не смотреть на него. А голосовой идет. Ну, а также на работе с навигатором мне ребята такие говорят: а что ты дорогу не знаешь, что ли, там? Постоянные маршруты-то одинаковые. Я говорю: дорогу знаю. Я смотрю на время прибытия, чтобы держать определенную скорость. И не там, например, знать, во сколько я приеду. Так что не забываем подписываться, ставить лайки. Колокольчик не забудьте отметить, чтобы вам приходили уведомления о новом видео. Друзья, Джан, как я смотрю, канал там у Жоржа. У Жоржа, так и называется. Классный канал, он там готовит разные вкусняшки. Сам живет во Франции, сам из Армении. Такие там, у него все. Друзья Джан там. А когда готовит, он все, мама Джан. Ой, такая вкусная мама Джан. Ой, ой. Вы, говорит, когда готовите, так, готовите, тоже так говорите, и будет вообще красота. Также другие каналы смотрю, такие интересные очень. Зато бывает, время пролетит быстро, когда вот где-то остановился там на отдых. Оп, 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 оп. Оп. Вот тут подъемчик как раз, подъемчик, подъемчик, подъемчик. Этот мне чуть не зажало. Чего вот этот стекло везет. Стекловоз. С стекловозом надо аккуратнее. Так что, друзья, в этой игре есть также такой мультиплеер. Это вообще красота. Там катаешься в игровом этом мире и с реальными там ребятами. Вот. Также рации установлены в машине, можно переговариваться с ними. Также тоже там познакомился. Часто в одиночку в основном гоняю, потому что мне товарищ компьютер вот поднастроил. И сейчас поднастроил компьютер. Вот, и надо всего опять установить мультиплеер там. А так с мультиплеером там с сыном гонял, потом с Владимиром, с другом с автобазы. Также установил он игруху. Держитесь правее, а затем поверните направо. Вот фактически мы с вами и приехали. Большое всем спасибо. Вот приехали мы в Джубку. Поверните направо. Чуть-чуть мы не успели. Мы подождем. Мы не торопимся. Да? Время 21.14. Осталось 4 минуты 2 километра ехать. Ну, все, поехали. Вот, товарищ тоже делает различные вымпела. Через 300 метров поверните направо. Вот он по мне сделал Великий Новгород, там наш герб нашей, как бы, области. Поверните направо. Что хотите, он все сделает. Я ему скинул фотографии. Он по фотографиям вот такие делает. Классные штуки.
Также может в импела делать с именами. Вот, сделал мне раскраску кабины, скин. У меня был, но он другой, как бы, это самое. Вот. Что-то такая база тут, блин. Какая-то странная, да? Столб бы не задеть. Столб, столб. Тогда надо вот так вот. Вот. Ссылочку скину в описании под видео. Так что это, заходите. С ним стыкуйтесь. Быстро делается. Очень качественно. Рекомендую. Все работает. Вы приехали. Так, ну что мы, ну, выгружаемся, да? Ну давайте. Хорошо, что база еще работает. Нас выгрузят. С другого ракурса посмотрим. Давайте вот. Вот. Не научился я еще в этом. Здесь хитрость нужна, такая маленькая хитрость, да? Как загорится зеленый парковка. Значит, все окей. Вот. Вот мы с вами и приехали, да? Глушимся. И Enter. Так, что мы с вами заработали? Мы с вами заработали 68 тысяч евриков. Да, нормально тут. Вот, еще бы падало на карточку, да? Сразу бы. Так, все. Сейчас посмотрим. Что у нас есть отсюда? Так. Куда тут у нас по России? По России. Так, Москва. О, Москва есть. Обратка. Чеснок.
Ну вот как раз хорошо. Давайте на Москву сразу и обратку возьмем. Потому что обещал в Холм съездить. Как раз на Москву, с Москвы на Новгород. И все, и будет все окей. Все, беремся взяться за работу. Сейчас мы с вами. Под ваши аплодисменты я покажу маршрут. Едем на погрузочку. Сколько нам ехать? Не понял. Не понял. А, так мы уже загрузили с вами, да? Все. У нас, оказывается, пока я с вами разговаривал, нас загрузили. Смотрите, и так, везем мы с вами чеснок 12 тонн. Ну, нормально. В Москву ожидают нас во вторник. 66 тысяч. Ну, так на вообще красота. Вот, так. Ехать нам с вами. А, это ожидаемость. Нас ждут в понедельник к 6 часам вечера. Ехать нам 1396 километров, 18 часов 44 минуты. Вообще красота. Сейчас мы с вами выйдем, где-нибудь встанем, маленько передохнем, попьем кофейку, перекусим и все. И потом быстренько мы это дело сделаем. Все, ребята, тем, кто смотрит, не забывайте подписываться. Советуйте друзьям, там, знакомым. Или там, о, будет стоять. По пути вроде будет стояночка. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Хорошо. Так, о, Вовка, ты когда будешь за рулем сидеть? Через 300 метров поверните налево. Угу. Вообще красота. Как раз зелененький. Поверните налево. Зелененький, зелененький, зелененький. Мы успеваем. Как раз загорелся, и мы... Все у нас... Зергут. Шнапс Максимка. Все, идем. Идем в сторону... дома. Сейчас где-нибудь на стояночке встанем.
выгрузили нас быстро, загрузили нас тоже быстро. Ну что там, пластиковая тара там, так-то ерунда. Ну и чеснок там все уже был подготовленный. Нас не задержали даже. Слепит товарищей. Нагнали мы кого-то, вот тоже ребята работают в ночи. Держитесь правее. Ребята, полицмены, ДПСники ездят. Все под контролем. Не забалуешь. Да, это не мультиплеер тут. Да там могут предупредить, что что-то тут на дороге там, тут сам все глаз за глаз. Так, вроде там на навигаторе показано. Скоро будет стояночка. Заодно заправимся, если там стоянка с заправочкой. Так. Подъемчики, спуски такие. Там. Так, тут просто стоянка, да? Угу. Нам надо заправочку. Чуть-чуть вперед, наверное, проедем. Держитесь левее. Хорошо. Ну, все. Товарищ поехал направо, нам прямо. Держитесь правее. Все, спасибо за подсказку. Гарик там нам подсказывает. Ух ты. Что-то такое было. Что-то было, да? Что-то в темноте так. На, еще дополнительные фарки будет поставить. Вот и заправочка. Заезжаем. Так.
Все. Ребята. Сейчас Вовка все оплатит. На Роснефти мы остановились. Сейчас. Я думаю, тут и заночуем. Тут мы и заночуем, пока он ходит там. Заказывает кофеек. Мы пока с вами тут развернемся. Ладно, давай по-твоему поедем. Так мы никуда не поедем, мы тут останемся пока. Ладно, давай по-твоему поедем. Уровнем. Чтоб никому не мешать. Думаю, можно еще назад чуть-чуть сдать, да? Так, паркуемся и все. Паркуемся. Ну, как-то так. Как бы. Чтобы... Кто будет выезжать, чтобы никто ничего нас не задел, и мы никому не мешаем. Все, так. Все, мы приехали. Вот, Вовка пришел. Так. Все. Все. Остаемся мы пока здесь. Сейчас перекусим. Вовка, наверное, сядет за руль. Наверное. И мы с вами поедем дальше. Всем спасибо за просмотр. Давайте подписываемся. Кто сможет, ставьте там лайки. Колокольчик друзьям советуйте. Надо маленько так продвинуть нам. Также я скину ссылочки, переходите по ним. Поддержим ребят, которые также начинают там. Всем большое спасибо.